Ну что ж, попытается выиграть миллион, но в первую очередь рассмешить наших замечательных комиков Карпутов Юрий из Брянска. Юра, здравствуйте, Юрий. Мы здесь. Здорово. Здравствуйте. Классный ты. Как дела? А, потихоньку. Как в сказке, чем дальше, тем страшнее, так можно сказать. Ну сейчас ты не переживай, Юр. Скажите, пожалуйста, вот вы электромонтер, вас ударяло током? Да, и не раз. И не раз, пока, да. Пока только 220, слава богу. Не, ну мы-то понимали это, не хотели говорить. Я работал в троллейбусном депо, там 600 вольт есть. Бывало 600, нет? Нет. А, вы не помните это. Вы хотите стать актером, как вам кажется, кого бы вы могли сыграть? Ну, горящего терминатора. Да не, ну... Кого-нибудь... Не, ну, конечно, положительную роль. Хорошо, Юрий. Вот тут хобби интересное. Хобби, да. Хобби, играю на электрогитаре. Просто интересно, а это хобби, кроме вас, соседям, нравится? Я еще учусь пока играть. Я еще не профессионал. Тем более, если вы учитесь на электрогитаре, нравится соседям? Ну, соседям. Ну, бывает, иногда по батарее стучат там. Юрий, а скажите, вас друзья называют Джуз. Почему? Соки из всех пьет, да? Ну, это такое, как бы, позитив, что-то обозначает слово. Ну, Джуз? Да. Ну, Джуз. Собственно, вы знаете, вы человек обаятельный, в ваших устах все позитив. Да. Я надеюсь, вы нас развеселите, хотя вам это уже удалось, мне кажется. Да. Да? Серьезно? Серьезно, вы молодец. Не, ну серьезно, вы положительный герой. Миллион рублей, может быть, вы выиграете в ближайшие 5 минут, если будете убедительны, веселы и, главное, смешны. За первые 60 секунд смеха комики заплатят вам 5000 рублей. Минута пошла. Ну, сначала я хотел бы исполнить песню Витца. Ну, на свой мотив. Возьми себя в руки, тряпка! Юрий. Уже не нужно, да? У меня богатое воображение. Я как представил вас Витасом. А давайте не будем раскрывать карты. Мне кажется, что начало положено удачное. Витаса вы можете изобразить уже в следующей минуте. Пока что вы заработали уже 5000 рублей. 5000 рублей ваши, абсолютно верно. Юрий, я обязан вас спросить, берете ли вы вторую минуту для того, чтобы попытаться выиграть 25 тысяч рублей, или заберете 5 тысяч рублей и все? Не, попытаюсь. Ну и правильно, правильно. Минута пошла. Я еще импровизирую «Голоса животных». А песни Витаса? А сама формулировка. Я импровизирую «Голоса животных». А где Витас? Или он животное? Импровизирую, имитирую. А, имитируете. Володь, мне кажется, что вот Макса веселят в первую очередь анонсы. Это человек, который, приходя в ресторан, наедается, когда прочитает меню только. Да, да. То есть чем закончится, неизвестно. Глотнул слюну и хватит. Я вас поздравляю, Юрий, 25 тысяч рублей ваши. А что, вы Витаса не захотели? Вы же можете изобразить Витаса, в конце концов. Что... Я думаю, что это будет успех. Давайте дождемся третьей минуты. Мне кажется, сами решайте. Хотите животных, хотите Витаса, хотите и тех, и других. Третья минута — это танцевальный у меня номер. Юрий, что же вы спешите-то? Вы возьмете третью минуту? Мы как раз увидим, наконец-то, само искусство. А то мы только объявление... Вообще, хотелось бы что-то увидеть общее. Витас с животным танцем. Да. Пожалуйста, Юрий. Вот вам предлагает наш Роман. Юрий, 25 тысяч рублей уже ваши. Будете ли вы бороться за 100 тысяч рублей на третьей минуте или возьмете деньги? Конечно. Само собой. Ну, а вдруг они сейчас... Юрий. Юрий, ну есть опасность потерять деньги, которые вы уже заработали. Ну, ничего страшного. Как говорится, кто не рискует... Тут не рискует, да. Время пошло. Вы сами знаете. Ну, музыку в студию. Где? А видели, Юрий?
из Брянска. Я не могу дождаться шуток, я же не могу себе рот зашить. 100 тысяч рублей! Выиграл Юрий, еще ни разу не пошутив. Не понимаете, он на одних эпиграфах, да, сорвал бонус просто. Его такой. Эпиграфы нам эпитафии. Да. Юрий, я вас поздравляю, это очень успешное выступление. Лично мне бы, в отличие от комиков, хотелось бы узнать, собственно говоря, какую программу вы приготовили. Четвертый номер у меня песня. Подождите, подождите, Юрий. Четвертый номер, говорит, как будто до этого мы три видели. Юрий, вы готовы взять четвертую минуту? Конечно. И побороться? Само собой. Юрий, я обязан предупредить вас, что если ни один из комиков не рассмеется на четвертой минуте, то вы потеряете 100 тысяч рублей. Ну ничего страшного, я пришел сюда, чтобы поднять людям настроение, как говорится. А не ради денег. Минута. Так, стоп. Тишина в студии. Я прошу в первую очередь успокоиться Максима. Так. Подождите. Я наблюдаю за крупным планом Макса Галкина сейчас. Время пошло. Так, песня Филиппа Киркорова «Огонь и вода» со вступлением. Как там? Черный город, белые-белые огни, на двое расколот. Ночь изменила мир, сон тебя не греет, и ты даешь спать. Юрий, значит, когда он укал вот эти обезьяничьи хоровые... Ну там правда такие... В да, я понимаю, но я думал, пойдут слова, а я потом... Я тоже, да. У-у-у. Я подумал, что он спел первый куплет, а это второй. 250 тысяч рублей! Скажите, пожалуйста, Юра... А вы, вот, я просто боюсь, что вы уйдете, так и не показав нам пародию на Витаса, животных и танец. Просто, может быть... Хотя бы, может, Витаса вы нам покажете, все равно же вы на пятой минуте, я так понимаю, приготовили что-то другое. Конечно, само собой. Естественно. Дорогие друзья, может быть, вы... Я как адвокат Юрия, я предлагаю ему сначала использовать пятую минуту, а потом уже показывать все, что вы захотите. О, правильно. Юрий, правильно. Я обязан вам предложить выбор. Может, у вас уже забрать есть... деньги? Нет. 250 тысяч рублей. Нет, я пришел сюда повеселить народ. Они ради денег. Юрий, Галкин, не сбивай клиента. А вдруг мы продержимся? 250 тысяч рублей, представляешь? Нет, ну у меня еще одна песня. Бардовская, ну правда без гитары. Юрий. А может танец? Да что ж такое-то? Ну ладно, я буду петь и танцевать тогда. О. Юрий. Юрий! И сам все будет попивать. Юрий, вы берете еще одну минуту? Да. Она началась. На далекое облаке не было никогда! Юрий не понял, вы выиграли миллион рублей, Юрий. Серьезно, что ли? Да. Дома не может. Вы выиграли миллион, Юра. Дело в том, что... Серьезно? Да. Юрий, на что вы потратите миллион рублей? Ну, как сказать, я думаю, разумно его потрачу. Я просто не ожидал, что такой исход будет. Нет, я сам не ожидал. Дело в том, что... Я не знаю, на что его потратить. Это капец. Дело в том, что...
Дело в том, что перед началом пятой минуты Владимир мне сказал, ну пусть идет на миллион. Я говорю, ну он же нас не рассмешит. Да ну что ты, ну мы, конечно, немножко продержимся, но мы продержимся. Я унесло на первой секунде. У меня огромная просьба к Юрию сейчас исполнить песню Витаса. Да, а можно вообще... Юрий, миллион уже ваш, вы ничем не рискуете. Да, не рискуете, уже мы... Ну, хорошо. Это песня победителя, давайте. Да, можно? Ну все, вы меня слушаете? Дома достроен, но я в нем один. Скрипнула дверь за спиной. Ветер осенний стучит за окно. Плачет чудак надо мной. Самое последнее, можно? Ну, чек. Ну, танец, танец. В конце, конечно, хочется... Да, вы просили просто... вот эту... Танец. Фонограмму музыку, какую-то, музыку. Музыку, да? Есть музыка у вас? Есть у вас музыка, да? Конечно. Можно под музыку танец, и конечно, все. Конечно, мы вас отпустим, конечно. Как миллионеры уже все. Алло. Мне кажется, 3000 лет назад первые миллионеры танцевали именно так. Шикарно. Танец человека, заработавшего миллион. Спасибо. Браво, Юрий Карпутов. Юрий, подойдите к Максиму с Володей и получите ваши деньги. Комика. Тут главное нести людям позитив, поднимать людям настроение. Тут абсолютно не нужно ничего бояться, стесняться. Надо забыть про все проблемы, которые были у тебя в жизни. И чисто идти вперед.